Да іншых тэм. 2 гады у спецыяльнай вучэбна-выхаваўчай установе закрытага тыпу. Такі прыгавор вынеслі ў Гомелі 15-гадоваму падлетку, які стварыў тэлеграм-канал пад назвай «Дадзеныя карніка ў Беларусі». Хлопец публікаваў у ім паклёпніцкую інфармацыю аб праваахоўніках Гомельшчыны. Прадстаўнікі ўлады звярнулі ўвагу на гэты чат і ўстанавілі асобу яе адміністратара. Але абразамі юнак не абмежаваўся. Несовершеннолетний в телеграм-канале призывал участников указанного канала перечислять ему пожертвования на развитие данного канала. Однако в дальнейшем указанные денежные средства он потратил на собственные нужды. На донаты хлопец купил скутер и вопротку. Прокуратура Гомеля накировала у суд исковую заяву об применении выников несоправдности сделок с неполнолетним. И она предугледживает спогнание грошовых сродков, которые отримал злочинца на корысть державе. Это больше, как 1500 белорусских рублей и больше, как 5000 российских рублей. Молодый человек, уродженец одного из райцентров в области, научился у Гомельском колледже. Ранее проступал мяжу закону, але по причине взросту притягнуть его до отказности было немагчимо. Следует обратить внимание родителей на необходимый контроль за поведением их детей, а также их образом жизни, а также на те социальные сети, в которых дети непосредственно общаются и проводят свое свободное время.